Сегодня же в Нижнем Новгороде открылся третий кинофестиваль «Горький фест». Подробнее Александр Алешин. Звезды съезжаются на третий кинофестиваль в Нижнем Новгороде. Половина приехала вчера вечером, вторая половина сейчас. Встречаем наших гостей. Спасибо. В том году меня вы поразили своим знанием Нижнего Новгорода. Так. Вы опять пойдете гулять? Собираюсь. Но не знаю еще пока куда. Вот собираю у себя на странице в Инстаграм советы местных нижегородцев, куда советуют еще пойти. Я много чего действительно видела. Выглядите замечательно. Какой ваш секрет? Раскройте всем нижегородкам. Оптимизм плюс спортивный образ жизни. Никому не завидовать, наверное, скажете. Ну, что, я не могу сказать, я же не святая, конечно, и... Ну, с завистью лучше как-то справляться. Ну, я считаю, что нужно быть оптимистом, тогда будешь хорошо выглядеть. Не успели приехать, уже автографы. Очень приятно, спасибо большое. Спасибо. За такой теплый прием. К счастью, это не первый приезд, но каждый раз я приезжала вот так быстро, эпизодически, поэтому максимум видела Кремль и всего остального не видела. В этот раз надеюсь посмотреть. Просто знаете, что вы легендарный человек. Почему? Да потому что одиноким представляется общежитие, матрос нет вопросов, отцы и дети показывают каждый день, и все смотрят. Ну, я рад, что смотрят. С удовольствием сам смотрю иногда. И даже на таком фильме, например, как «Мама», «Однажды 20 лет спустя», я даже плачу иногда в одном месте. Вся страна плачет. Нет, она должна смеяться. Вот я в третий раз, первый раз я была здесь на гастролях, вот второй раз в прошлом году была на фестивале «Горький фест». Мне очень понравился город, мне очень понравился фестиваль. Фильмы, которые там показываются, действительно такой срез современного молодого кинематографа, вот поэтому я жду каких-то открытий. Мне нравится ваша надпись на майке. Что, на что вы намекаете? Открытие фестиваля, знаете, какая-то неформальная обстановка, я вот на это намекаю. Вы не хотели сниматься, сказали, не накрашенные. Вы накрашенные красивые и не накрашенные красивые? Ну вот мы буквально через несколько часов, вот все актрисы будем накрашенные, причесанные. Вот сравните наш вид. Но, собственно, мы должны перевоплощаться в эту нашу профессию. Артист России Михаил Пальчиков! Я приехал туда, куда надо. Как доехали? Доехали нормально, все было хорошо. Без дождя, привезли хорошую погоду, поэтому начинаем. Элегантный, как вам это удается? А что делаешь, это профессия? А что вы сказали, сравните? Вот сравните внешний вид мой днем и сейчас, конечно, актриса должна перевоплощаться, даже вот так. Молодцы, у вас хорошо. Давай. Вот сюда становись, вот. Да, в свой блог. Что напишите о Нижегородске, о Нижнем Новгороде, о приеме сегодня? Напишу, конечно. О хорошем приеме обязательно.